Слава нашему Господу Иисусу Христу! Мы сегодня снова собрались вместе. И самое важное, когда мы переступаем порог молитвенного дома, мы осознаем, что мы входим в присутствие Святого Господа. Потому что как раньше, так и сейчас Он предваряет нас, Он ожидает нас. Слава Ему за это! И всех нас приветствую славным именем Иисуса Христа, и всех интернет-пользователей. И, конечно же, опять я хочу благодарить всех, кто участвует в этом служении, в интернет-служении, что вы отделаете свои отзывы, пишите свои комментарии. Вот. И, как я уже говорил, ну, по мере возможности, конечно же, мы обязательно будем отвечать на ваши пожелания. Вот. Потому что, ну, но такая форма общения у нас, и слава Господу, что есть такая возможность общаться, ну, через интернет. Вот, по крайней мере, люди, которые могут жить и населять самые разные уголки земного шара, а русскоязычный народ вообще везде находится. А еще более того скажу, я удивлялся, когда просматривали наш канал в YouTube, где какая активность, я удивлялся, в Пакистане. Вот в таких странах, думаю, а там кто смотрит это? Я не мог это понять. Оказывается, все достаточно просто. Сегодня это все достаточно просто. Работают электронные переводчики, все работает, все, в общем-то, решается очень просто, запросто. И смотрят, оказывается, люди не только русскоговорящие. Вот, слава Иисусу Христу. И пусть это слово, и пусть все то, о чем мы говорим, как-то кому-то в жизни поможет, может быть, у кого-то есть какой-то вопрос, и он сможет получить ответ через эту проповедь. Я буду говорить сегодня на тему «О чем трубит седьмая труба?». В разминке перед проповедью мне подсказали, что седьмая труба звучит о чем? Ну, о том, что она последняя. Ну, да. Здесь, как говорится, логика. Она последняя. Седьмая труба – это последняя. Но все-таки хочется знать, ну и о чем же она все-таки трубит? Я хочу прочитать из книги Даниила в 9 главе, 24 и по 27 стихи. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы... Для чего 70? У меня тоже такой вопрос был в разминке. Для чего? О чем говорят? Для чего? Какой смысл, какое предназначение у них? Что для чего? Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Это говорит Гавриил к Даниилу. Вы знаете всю историю эту. Даниил сетовал в течение 21 дня, и к нему пришел не на 21 день, а к нему пришел Гавриил и возвестил, сказал ему, твои слова, твои молитвы, вообще все было сразу услышано, Господь увидел твое расположение сердца, сразу от первого дня. И я был послан, просто князь персидский противостоял мне 21 день, потом Михаил пришел, помог мне, я остался там при князях, а вот теперь пришел. И хочу возвестить тебе, ты вопрошаешь, я пришел принести тебе ответ от Бога. И рассказал о 70 седьминах, которые по определению для народа святого и для города. И рассказал, что должно произойти в это время. И теперь как бы комментирует. А теперь комментирует к тому, что уже сказал. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины». То есть разделены на два периода. Разделены на два периода. Это 7 седьмин и 62 седьмины. «И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. А по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет.
А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будут опустошения. А отсюда особенно внимательно. То есть 7 седьмин и 62 седьмины. Если мы говорим об этом, мы видим, что они исполнены. Почему? Потому что по истечении 7 и 62 седьмин будет предан смерти Христос. То есть это уже совершилось. Это уже совершилось. Одна седьмина – это 7 лет. И утвердит завет для многих одна седьмина, то есть последняя, 69 уже исполнились, а в половине, то есть, а вот эта одна последняя седьмина, она еще разделена на два периода. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть наше внимание должно быть приковано, по крайней мере, если мы хотим посмотреть на события, которые происходят сегодня в мире, то мы должны на них посмотреть в свете пророческих писаний. Что происходит? Где мы? Где мы сейчас находимся? А, мы сейчас, согласно пророческих писаний, мы вот здесь. Вот наше время. Потому что Христос говорил лицемеры. Вот когда вы смотрите на небо, вы там понимаете, будет там дождь, не дождь, зной, гроза и все прочее. Вот это, говорит, вы все научились различать. Но знамения времен вы не научились различать, а надо. А надо, нам надо знать. Мы не должны находиться в неведении. Этот день, о котором Господь предупредил, он не должен нас застать внезапно. Иисус сказал, смотрите, чтобы вас этот день не застал внезапно. И чтобы он нас не застал внезапно, ну, бодрствовать надо. Бодрствовать в Его Слове. И мы этот текст Писания прочитали. Я подчеркнул для себя желтым маркером относительно событий, относительно которых произойдут в последней седьмине. Одна седьмина и половина седьмины. Мы потом чуть-чуть позже вернемся. Вот что говорит Иисус Христос в своем обращении. Это даже не проповедь была. Это было его обращение к народу. Иоанна 5 глава 43 стих. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А вот если иной придет во имя Свое, его примите. Его примите, и ему отдадите то, что предназначалось для Мессии». Он говорит, «Я пришел во имя Отца Моего, вы Меня не принимаете. Вы говорите, что все ждете». Но я пришел, и вы Меня не принимаете. Я не от себя, не сам от себя пришел, пославший Меня. Иисус говорит, слушающий Мои слова и верующий в пославшего Меня, он не умрет. Он переходит от смерти в жизнь, и он не умрет. Но он говорит, я пришел, и я пришел во имя Моего Отца, вы Меня не принимаете. Другой придет во имя Свое, и вы его примете. На самом деле, потом апостол Павел более подробно вот эти слова Иисуса процитирует, когда он будет говорить о тайне беззакония, что она уже в действии, просто не может открыться до тех пор, пока не взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется этот беззаконник. Но для многих может наступить уже поздно. Для кого-то это может оказаться уже поздно. Почему? Потому что взят будет от среды, удерживающей теперь, то есть Дух Святой. Будет взят и откроется беззаконник. И тогда он будет очень жестко править, рулить. Это период великой скорби, это период правления Антихриста. Мы его не ждем. Мы его не ждем, но мы об этом говорим. Об этом предупреждал Иисус, об этом предупреждали святые апостолы. Об этом продолжаем проповедовать и говорить мы, чтобы не случилось вот этого. Другой придет, и он придет во имя свое, и вы его примете. Мы знаем, по какому сценарию начнут происходить события, описанные в 13 книге Откровения. Там Иоанн говорит, я видел зверя,
который выходит из бездны. Он выходит, и у него была одна из голов как бы смертельно ранена. То есть это имитация. Но эта рана исцелела. Это имитация смерти и воскресения. Потом появляется другой пророк. Потом проявляется другой, как бы скажем, и он с агнчими рогами. И он будет делать все, чтобы все живущие на земле поклонились тому зверю, у которого одна из голов была как бы смертельно ранена. То есть на кого указывал Иоанн Креститель? На Иисуса Христа. Он всем говорил, за ним следуйте. То есть по этому сценарию будет происходить, описаны, что вот есть пророк. Вы знаете, а если есть пророк, значит, есть ложный пророк. Если есть агнец, значит, есть зверь багряный, вот этот вот. То есть имитация. Имитация. И живущие на земле станут поклоняться тому зверю, у которого одна из голов была как бы смертельно ранена. Потому что события будут происходить по сценарию, описанному в Евангелиях, то, что произошло с Иисусом Христом. Иоанн Креститель, как пророк, готовил путь. И вот этот с агнчими рогами, естественно, будет говорить исключительно на набожном языке. Он с агнчими рогами. Вот. И он будет работать на того зверя, не на себя. Ну, это не есть тема сегодняшней моей проповеди. Это к тому, что может или произойдет, о чем Иисус предупредил. «Я пришел во имя Отца, меня не приняли, а другой придет во имя свое, его примите». Ну и в этом мы прочитали, что последняя седьмина будет разделена. То есть первая половина, она будет посвящена двум пророкам. Об этом я буквально сейчас уже скоро прочитаю. Двум пророкам, двум маслинам. А вторая половина этой 70-й седьмины – это время правления Антихриста. И в книге Даниила написано, что постигнет его окончательная и предопределенная гибель. Она его постигнет, когда это все совершится. Теперь Луки, 13 глава, 34-35 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, но вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете «благословен гряды во имя Господня». То есть с этого момента я хочу вам сказать, что произойдет? Остается ваш дом пуст. Даниил предупредил, что будет. Будут опустошения, город будет разрушен и все прочее. Что, собственно, и случилось в первом веке, мы это уже знаем из истории. Иисус сказал, что «и не увидите меня, пока не придет это время». Благословен, и скажете «благословен грядой во имя Господня». А теперь самая главная идея, которую я хочу донести в моей проповеди. Иисус изложил ее в притче. Вы знаете пророческое писание такое, да? «Отверзу уста мои в притчах». И Иисус Христос начал излагать обо всем в притчах. Но, оставаясь наедине с учениками, Он рассказывал им значение, да? Он сказал, вам нужно знать, вы должны знать значение этих притчи, правда же? И вот Иисус излагает притчу, и мы будем очень внимательны, интернет-пользователи тоже, пожалуйста, слушаем внимательно. У меня будет вопрос. Я люблю вот так исследовать Писание. Когда я читаю, я сам себе задаю определенные вопросы из того, что я прочитал. Я сам себе задаю вопрос и хочу на них ответить, тогда я начинаю понимать. Следующее. Теперь я двинулся дальше. 19 глава Луки, 12 по 28 стихи. И так сказал. «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин». Ну, это 10 мин, это, ну, скажем, ну,
ну, такие деньги, скажем, да, вот, скажем, валюта, да, такая, 10 мин, и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, ну, эти самые мины, да, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. Вы представляете, одна мина принесла 10 мин. Good job. Хорошая работа, правда же? Одна мина принесла 10. Это не две. Это не две. Это 10. И сказал ему: хороший, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот мина твоя, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я жестокий человек, то есть так ты себе представлял, да? Ты знал, вот это то, что ты знал обо мне, да? Ты знал, что я жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Да чего же ты не отдал серебро мое в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и отдайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, а у него есть 10 мин. Сказываю вам, всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, входя в Иерусалим. Внимание, вопрос. На что вы обратили внимание? Интернет-пользователи тоже. На что вы обратили внимание главным? Да, Сабрина? Только быстро. Ты обратила внимание на то, что кто-то сделал хороший бизнес, принес хороший бизнес своему господину. Здорово. Кто на что обратил внимание главным образом? Вы видите название проповеди, это подсказка. Вы видите название проповеди, о чем трубит седьмая труба. Сказываю вам. Что сказываю вам? Сказываю вам, что всякому имеющему дастся, у неумеющего отнимется. А что, собственно, случилось? Что начал рассказывать Иисус в этой притче? Некто, очень большой или высокого рода человек, отправляется в дальнюю страну. Зачем он отправился в дальнюю страну? Да? Получить царство. Он отправляется в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Понимаете, наше внимание сразу перекинулось на второстепенные вещи. Кто какой бизнес смог сделать? Но здесь, главным образом, есть человек высокого рода, который, отправляясь в дальнюю страну, для чего? Он туда отправляется, чтобы получить царство и потом возвратиться. Как вы думаете, этот человек вот такого высокого рода, это кто? Это о ком притча говорит в притче? Об Иисусе Христе. Это указывает на Иисуса Христа. Он отправляется, но он вернется. А отправляется зачем? Он отправляется за тем, чтобы получить царство, то есть инаугурация, титул получить.
Он отправляется, чтобы получить вот этот титул. Он его получит, и он вернется. И он снова вернется. Теперь смотрите, как развиваются события. Он отдает своим рабам, слугам, раздает серебро и говорит: сделайте бизнес, да? Когда Иисус Христос оставлял эту землю, Он дал последние наставления ученикам. Он сказал: вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вы примете силу быть мне свидетелями. И Он послал их и сказал: вы будете до края земли, не только здесь, в Иерусалиме и в Иудее, но до края земли. И Он восхитился, благословив их, Он ушел. О чем возвестил ангел? Мужи, что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, который сейчас вот вознес, Он вернется. Он как некий господин очень высокого рода, Он отправился в дальнюю страну, Он вернется. И зачем Он отправился туда? Он отправился, чтобы получить себе царство. Он вернется. Он получит это царство, и Он вернется. Дело времени. Дело времени. Поэтому идите, проповедуйте, хромых, больных там исцеляйте, да, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, одержимых освобождайте, бесов изгоняйте. Помните, да, все, что Он сказал. Он дал наставление, сказал: проходя, проповедуйте Евангелие, Царствие Божие, говорите, покайтесь, приблизилось Царствие Божие. И так далее. То есть это была их миссия. И они, исполненные уже Духа Святого от Пятидесятницы, пошли и стали выполнять Его поручение. Правда? И они стали выполнять Его поручение. И оно передавалось из поколения в поколение. И вот приходит время, когда должен будет вернуться этот господин высокого рода. И Писание говорит, что он, получив царство, да, и когда возвратился, получив царство, мы на это не обратили внимания, а это главный вопрос, это главная мысль. И когда он получил царство, теперь он возвращается. Но когда он уходил, ему вслед стали посылать сообщения: мы не хотим тебя, мы не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Мы не хотим. Иисус говорит: я пришел во имя Отца, вы меня не приняли. Другой придет во имя свое, вы его примете. То есть тебя мы не хотим. А кого вы хотите? Мы другого хотим. И вот этот другой, он придет, и он придет во имя свое. И когда откроется тайна беззакония, тогда уже будет поздно. Тогда будет уже поздно, когда откроется беззаконник. Иисус говорит: я сколько раз хотел вас собрать, вы не хотели. Я к вам посылал пророков, вы не хотели. Одних убивали, и все, все. Сколько раз я хотел вас собрать. Он говорит: я предупреждаю вас, говорю, вы не увидите меня, пока не придет вот то время, когда скажете: благословен грядущий во имя Господня. Итак, вот этот господин, он пришел, он призвал всех тех, кому было поручено, и спросил. Библия говорит нам, когда нас увещевают апостолы, они увещевают, он говорит, как обязанные дать отчет, да? Как обязанные дать отчет за то дело служения, которое вверено, как обязанные дать отчет. И вот он приходит, собрал всех, и кто-то вот так потрудился, кто-то вот так потрудился. Допустим, как Павел, помните, говорит: я более всех потрудился. Ну, оценку будет давать Господь всем, правда же? И награду будет давать Господь всем. Вот. Ну, я даже сейчас про этого лукавого раба не хочу ничего говорить, у которого всегда были самые разные причины и всегда самые уважительные причины. Он вот так себе представлял господина, и, может быть, если открыто в числе всех, он не говорил: не хочу, чтобы ты над нами царствовал, а может быть, где-то там тоже под петицией ставил свою подпись, не знаю, сам факт. Потом, что сказал этот господин, получивший царство и возвратившийся? Он сказал: а вот этих вот людей всех, кто
писали все вот эти вот петиции и рассылали мне вдогонку, что не хотят, чтобы я над ними царствовать. Приведите их сюда. Приведите их сюда, и он будет судиться с ними. И он будет судиться с ними. Они кричали: «Его кровь на нас и на детях наших». Иисус говорил: «Лукавый раб, твоими устами буду судить тебя». Вы кричали: «Кровь его на нас, на детях наших, твоими устами буду». Вы сами себе вынесли суд. Вы сами себе вынесли суд. Вы сами себе вынесли приговор. Это так или нет? Я сказал, это главная идея, которую я хотел открыть в этой притче. Есть господин или человек, как Иисус сказал, высокого рода. Он отправился в дальнюю страну для того, чтобы получить царство и возвратиться. И когда он получил царство, он возвратился. А вот эти вот все вещи, которые будут происходить, это будут происходить в то время, пока он в дальнюю страну отправился получать царство. А теперь 11 глава книги Откровения. Я читаю всю главу. Их там всего 19 стихов. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Вы знаете, сколько? 42 месяца – это сколько, если перевести вот года? Мы сказали, одна седьмина – это 7 лет. Половина седьмины – это 3,5 года. 42 месяца – это 3,5 года. Вот. 42 месяца – это 3,5 года. Господа не интересует. Бог говорит: меня не интересует вот то, то, то. Что меня интересует? Вот это измерь. Меня интересует жертвенник, поклоняющийся у жертвенника. Меня, а что касается внешний двор, все, меня, говорит, не интересует. Он оставлен язычникам, и они будут попирать его 3,5 года, ну, 42 месяца или 3,5 года. В книге Даниила сказано о последней седьмине. Что будет происходить? Первая половина и вторая половина. Что произойдет? Так вот, теперь язычникам отдан внешний двор, и они будут попирать его 42 месяца. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Ну, мы знаем, 3,5 года, 42 месяца. А вот 1260 дней – это сколько? А это вторая половина, или вернее, это первая половина, если говорить более точно. Это первая половина седьмины. Если в днях, то это будет 1260 дней. Они будут облачены во вретище. Кто они? Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Приостановимся. Пророка Захарии описывается, он видение видел. Он видит определенное видение, и ангел спрашивает его. Он видит масличное дерево и как бы две трубочки, которые источают из себя вот такой вот мир. И он говорит: а понимаешь, о чем речь, что ты здесь видишь? Он говорит: нет, господин, я не знаю. Что вот эти вот за две трубочки такие? Вот эти вот две масличные ветви, это кто? Кто вот эти две масличные ветви? И он говорит: это два помазанника, два пророка, предстоящие Господу всей земли. Вот их, этих же самых, в видении видел Захарий, пророк. А теперь это видит в своем видении Иоанн. Пришло время, когда это становится актуальным. И Бог выводит, как говорится, и сказал: время близко, не запечатывать слова пророчества этой книги. Это два, кто они такие? Он говорит: это две маслины. Это те самые две масличные ветви, два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтоб не шел дождь на землю во дни пророчествования их. То есть, как Илия, затворил небо, дождь не шел, власть.
Откуда эта власть была у Илии? Понятно, откуда, да? Была власть у Илии. И они имеют власть над водами, превращать их в кровь. А кто? Моисей превращал, да? А кто на горе Преображения вместе с Иисусом был? Кого мы там видели? Или кого видели трое учеников Иисуса на горе Преображения? Они видели Илию и Моисея. Они видели с Иисусом на горе Преображения. И также они имеют власть поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Было время, я не обращал внимания, но это уже теперь давно, когда я не обращал внимания на это выражение, что тела этих людей или трупы этих людей, двоих помазанников, будут на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Но мы знаем, что Господь и не в Египте, и не в Содоме распят. Мы знаем, где распят наш Господь. Но духовно Он называется Содом и Египет. Это духовно. Тут написано, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Но где Содом, где Египет, и где Иерусалим, и где Иерусалим? Мы же понимаем. Но здесь говорится, что он духовно называется Содом и Египет. То есть это характеристика. Вот как на самом деле положение дел обстоят в этом городе, который теперь духовно называется Содом и Египет. Теперь посмотрите, что было в Содоме, и теперь посмотрите, и что было в Египте. Вот то же самое наблюдает Иоанн в своей картине, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле. Чем они мучили? Они проповедовали 3,5 года, первую половину седьмины, 2 пророка посланы благовествовать. Время их благовествования закончилось, зверь, выходящий из бездны, сразился с ними и убил их. Когда время, или когда Иоанн исполнил свою миссию, что случилось с ним? Его заключили под стражу, и его миссия на этом закончилась. Он исполнил свою миссию. Так было. 2 пророка вот здесь, они закончили свою миссию, и зверь вышел из бездны, сразился с ними и убил их. И что? Какая печальная история, как она плохо закончилась. Нет, а мы продолжаем читать, что здесь. Эти 2 пророка каким образом мучили? Они говорили, они призывали и они обличали. За что ненавидел в свое время Ирод со всеми Иродиадами, со своей женой Иродиадой? За что они ненавидели Иоанна Крестителя? За ту правду, которую он говорил. Он называл вещи своими именами. Это не нравилось. Это не нравилось не только Ироду, это не нравилось всем Иродиадам, всей его команде, как говорится, всем его прихвостням. Это не нравилось первосвященникам. Это не нравилось, как говорится, сильным века сего. Его за это ненавидели, скрежетали зубами. И пришло время, и Иоанн был обезглавлен. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них, а радовались, подарки рассылали, торжествовали, победа, как бы скажем, все, вот больше нет этих 2 пророков, все закончилось, но вошел в них дух жизни от Бога, и они встали на ноги свои. Напал на людей страх, и они смотрят на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». Прошло 3,5 года. Их миссия закончилась. В них вошел дух жизни от Бога,
И они услышали этот голос, и они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, идет скоро третье горе. Смотрите, что происходит. В половине седьмины они закончили свою миссию, исполнили. И зверь вышел из бездны, сразился с ними и убил их. Входит в них дух жизни от Бога. Они встали на ноги свои, и голос говорит им: «Зайдите сюда». И они были взяты, взошли на облаки. Апостол Павел говорит: при последней трубе, при гласе архангела, сам Господь сойдет с неба, да? Мертвые во Христе воскреснут прежде, мы, оставшиеся в живых, изменимся и будем восхищены на облаке в сретении Господу. Это произойдет в одно время. Это произойдет в одно время. И это будет тогда же, когда будет взят от среды, удерживающий теперь. И когда будет взят от среды, удерживающий теперь, и будет взята невеста Христа, церковь будет взята, тогда откроется беззаконник, и начнется период великой скорби. Это будет время правления Антихриста. И это время 3,5 года. И это время 3,5 года. И он знает, что время ограничено. Он в сильной ярости, знает, что немного ему остается. И время будет жуткое, время будет ужасное, страшное. Даниил говорит, или в книге Даниила написано, что это будет такая скорбь, которой не было от создания мира. Не было ничего подобного. И теперь читаем дальше. «И седьмой ангел вострубил». Тема нашей проповеди «О чем трубит седьмая труба». «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, боящимся имени Твоего, и малым, и великим, и погубить губивших землю, и отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Итак, о чем трубит седьмая труба? Она трубит и возвещает о том, что царство мира соделалось царством Господа и Христа. Почему? А Он принял силу великую и воцарился. Вот этот человек высокого рода, о котором Иисус рассказывает в притче, он отправился в дальнюю страну, чтобы принять царство, получить царство и вернуться. И когда получил, вернулся. И здесь они говорят, седьмой ангел, когда вострубил, он говорит: воцарился. Он воцарился, это произошло. Воцарился. Царство этого мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его. И будет, вот это вот выражение, и будет царствовать. Теперь мы ожидаем, что Он придет на эту землю. Он придет, и Он будет царствовать во веки веков. 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали, поклонились и благодарят, и говорят Ему: «Благословен Ты, благодарим Тебя, Господи Божий, Ты Вседержитель, Ты был, Ты есть и грядешь, Ты принял Твою силу великую, и Ты воцарился, рассвирепели язычники, и Твой гнев пришел, и время судить». И когда Он вернется, согласно притче, из дальней страны, приняв царство, Он скажет: «Позовите их всех сюда, вот всех, кто не хотел, чтобы Я царствовал над ними,
Они хотели и они признали того, кто пришел во имя свое. Его они признали. И ему они, как золотому тельцу, сказали: «Вот Бог твой, Израиль». Подобно этому. И пришло время, рассвирепели язычники, и гнев Божий пришел. Пришло время судить. И что касается пророков, святых, боящихся имени Господа, и малым, и великим, для всех пришло это время, и все ожидают. Все, Господь наш воцарился. 19 глава, 9-16 стихи. «И услышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу! Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божии“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне: „Смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества“». Помните притчу, где Иисус рассказывает о 10 девах? Они вышли куда? 10 дев. Они, что там вообще за события происходят? Чего они ожидают? Встречать жениха. Встречать жениха. Они выходят, то есть им стало известно, они знают, будет, вот он чертог, как говорится, приготовлен брачный, да? Брачный чертог готов, все. Они туда не могут зайти. Они туда не могут зайти. Они ждут жениха. Помните эту историю, да? И когда жених пришел, в полночь раздался голос: «Жених идет». Разумные девы поправили свои светильники, и они вместе с женихом вошли, да, на брачный чертог, и он затворил двери. Что произошло с теми, которые побежали в поисках масла, и все мы знаем? Они прибежали тарабанить двери, стучать, плакать, скорбеть, кусать, как говорится, локти, все. Но они услышали ответ: «Отойдите, я вас никогда не знал». Они не побеспокоились, они не бодрствовали. Их этот день застал внезапно. Они оказались не готовы к этому. А жених пришел. И вот здесь что видит Иоанн? Он говорит: «Я слышал как бы шум вот многих, как голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Воцарился Господь, Бог Вседержитель! Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу! Наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Она готова. Она готова, но ожидает Его. Она не войдет туда. Она не войдет туда. Он ее ведет туда, в дом пира. Он, написано: «Он ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мною – любовь. В испещренной одежде она приведена к Нему. Жена Его приготовила себя. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал: «Слова сии – суть истины». Это слова Божии. «Поклонись Господу Богу, потому что свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Все его притчи, они, по сути, пророческие притчи. Не все их понимали, поэтому Иисус сказал: «А вам дано знать значение, смысл этих притчей. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил
острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». «Царь царей и Господь господствующих». Он принял силу великую. Он воцарился, и он возвращается. Его жена приготовила себя. В полночь раздался крик «Жених идет!» И вот он на белом коне, он в одеждах, обогрянных кровью. Ему имя – Слово Божье. На бедре надпись «Царь царей и Господь господствующих». Воцарился, и он идет, и воинство небесное следует за ним на конях белых. И он призовет всех лукавых, он призовет всех, кто не хотели покориться Евангелию, смириться под крепкую Божию руку. Он призовет их всех. И как здесь Иоанн описывает, что он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Это будет суд. И одно Писание я не вижу здесь, которое я хотел все-таки прочитать или дочитать. Я расскажу его в книге Откровения. Я сейчас только обнаружил, что его здесь у меня в распечатке нет. Извините, я привык, что у меня всегда все подготовлено. И я все-таки хочу дочитать. И схвачен был, 20 и 21 стихи, и схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». То есть, вот он, царь царей, Господь господствующих. И здесь появляется и зверь, и царь, и воинство, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Зверь, тот самый зверь багряный, и лжепророк, схваченный и брошенный в озеро огненное, живьем брошенные. В 20 главе повествуется, следующим, это 19 глава закончилась, а 20 глава повествует, что станет с самим дьяволом, с сатаной, что станет. Зверь и лжепророк брошены в озеро огненное, а дьявол был схвачен. Сильный ангел имеет в руке цепь, и он схватил его, заковал его и бросил его туда, и в бездну, и запечатал. И будет он там находиться 1000 лет он там будет находиться. Через 1000 лет он будет отпущен оттуда на малое время, чтобы обольщать народы от 4 концов земли, от Гога и Магога. И потом он будет схвачен и брошен в озеро Огненное, туда, где дожидается его уже 1000 лет. Зверь и лжепророк. Он будет брошен. После этого Великий престол и другие престолы, и пришел и сел на престоле Судья истинный и праведный. Все заняли свои места, объявлен, ангел объявляет, суд идет, море отдало мертвых, смерть и ад отдали мертвых, смерть и ад брошены в озеро Огненное, и все предстали, и раскрыты книги, и еще отдельная особенная книга, это книга жизни. Каждый судим был сообразно своих дел, после чего одни пойдут туда, другие пойдут туда. И все, чьи имена не были записаны в книге жизни у Агнца, будут брошены в озеро Огненное. Написано, что это смерть вторая. Это смерть вторая. А тем, кто по правую, в Евангелии от Матфея, это слова Иисуса, 25 глава, 34 стих, «Царь скажет тем, царь, он воцарился,
Он царь, он вернулся как царь. И он скажет тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». После судного дня, когда будет все решено, начались грядущие века, вечность. Все получили по заслугам. Восстановлена справедливость, кровь святых отомщена, справедливость восторжествует, и восторжествует обязательно. И те души, которые вопияли под жертвенником, доколе не мстишь живущим на земле за кровь нашу, это были, что за души? Обезглавленные за свидетельство Иисуса, за Евангелие. Им было сказано: чуть-чуть подождите еще, успокойтесь, совсем на малое время, совсем скоро, чуть-чуть. Доколе ваши братья, сотрудники ваши, братья, которые точно так же, как вы, прославят имя Господа, они достойно сложат головы свои за веру евангельскую, они дополнят число ваше, чуть-чуть подождите, совсем немного, и пришло это время. Они восстали все. И вот, как говорил Господь, побеждающему дам сидеть со мной на престоле. Царю царей, ему, нетленному, единому, премудрому Богу, вечная слава, низкий поклон и держава, и благословение, и премудрость. Это Он был заклан за нас. И Своей кровью искупил нас из всякого рода, племени, языков. И Он соделал нас царями и священниками Богу. И мы будем царствовать с Ним. И вот пришло это время, и Он говорит: придите и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира.